Я так по тебе скучаю. Я тоже скучаю, мамочка. Ты будешь осторожна там в космосе? Всегда. Мамочка! Я очень рада вернуться домой. Но здесь все изменилось. У меня дома появилось пианино, но я никогда не играла на нем. У вас бывают галлюцинации? Мама! Да. Астронавты сталкиваются с тем, чего они не понимают. Именно тогда они теряют рассудок. Когда я была там, единственное, на чем я могла сосредоточиться, это возвращение к дочери. Я скучаю по тебе, мамочка. Ты будешь там осторожно? Мамочка, кто это был? Это были мы с тобой перед аварией. Так. Это не я. Мамочка! Где она? Кто? Ты! Я изобрел оборудование, которое мы взяли с собой в космос, и кое-что увидел. Но, похоже, оно не хочет, чтобы его видели. В космосе люди видят всякое. А когда они возвращаются, они сходят с ума. Это не безумие! Ты должна мне помочь! Мне нужно вернуться к ней! Я окажусь тебе такой же. Я просто не чувствую, что ты моя мама. Созвездие. Озвучено студией IndigoFilms.online.